На основе сотни прочитанных White Paper искусственный интеллект написал свой вариант белой книги. Криптоэнтузиаст и основатель игры в альтернативной реальности Back to Earth Clay Space опубликовал результаты эксперимента. На основе анализа всего сотни White Paper искусственный интеллект предложил создать децентрализованный суперкомпьютер, который свергнет правительство. Искусственный интеллект не стал скромничать, пообещав, что ICO привлечет 20 миллионов долларов за 25 дней и установил хардкап на уровне 40 триллионов долларов. Впрочем, команда ICO проекта от искусственного интеллекта соответствует размаху. Больше информации вы можете найти на сайте наших партнеров BitNovosti по ссылке под этим видео.